Здравствуйте, дорогие зрители! Даша высказала свое мнение по поводу холостяка. Пересматривая выпуски «Холостяк», у меня были абсолютно разные эмоции. Иногда очень хорошие. Моменты ностальгии, радости, взгляд на себя и все происходящее со стороны. А иногда накрывали грусть, тоска и даже злость. Когда девочки уходили на свидание, ты понимаешь, что там может быть всякое. Но хотя бы не видишь и не проживаешь эти моменты. С выходом эфира многое переворачивается. Маски снимаются, ты четко понимаешь, кто есть кто. Зрелище не для слабонервных. В любом случае, я не жалею о своем участии. Не в зависимости от сложившегося исхода. Не в зависимости от разного рода напряженных обстоятельств. И несмотря на наш дружеский женский коллектив. Я считаю, что достойно прошла этот путь. Была такой, какая есть. Поддавалась такой сказочной романтике и страсти, которые на тот момент были между нами и с Максимом. Проживала нашу с ним историю. В заключение хочу добавить, что получила уже несколько десятков сообщений и комментариев от вас, стоит ли идти на проект в следующих сезонах. Дорогие, будет сложно. Но если вы стойкие, открытые для отношений, действительно желаете влюбиться и прожить красивую сказку, то дерзайте. «Холостяк» – прекрасный проект, в котором реально построить отношения, а предыдущий сезон это явно доказывает. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!